Друзья, всем привет, с вами Санек, и сегодня такой спонтанный, незапланированный видос для Дзена, для Ютуба, для того, чтобы каналы не ушли в теневой бан. Что такое теневой бан, это знает каждый блогер, поэтому мы периодически снимаем эти видосики, даже если они ни о чем. Но не об этом. Значит, был сегодня на металлоприемке и выкупил вот такие две интересные штуки. Одна из них это подпружиненный механизм для сидения, судя там по цифрам и надписям, это механизм, я так понял, газоновский. В общем, на мой будущий проект уже готовый. Все регулировочки работают, даже живой амортизатор. И вот такая вот интересная штука. Долго мы в группе самодельщиков гадали, где это стоит, что это такое. В итоге общими усилиями нашли в интернете информацию. Это разбрасыватель удобрений одной там какой-то для меня неизвестной фирмы. В общем, не хватает здесь всего лишь вот этих вот блинов, которые прикручиваются сверху с лопастями, и, соответственно, бункера. Вот, как-то так. Но, тем не менее, смотрите, что здесь присутствует. Вот вращаю флянец по часовой стрелке, как бы, да, и весь механизм вращается в мою сторону. Но, смотрите, здесь присутствует вот такой сверху рычаг, который переводится. Вот, переводим. Опять вращаю по часовой стрелке, и вот эти блины уже вращаются от меня. То есть, тупо присутствует, мужики, реверс. Вот здесь в редукторе. Куда ее применить, я не знаю. Абсолютно нет никаких мыслей. Первое, что приходит в голову, это сделать из нее роторную косилку. Ну, это первое, да? Потому что все-таки вращение то, что нужно. Плюс еще реверс присутствует. Вот здесь это все дело на болтах. Здесь 13 болтов держит. Центр скручен 20 болтов. Ну и, соответственно, там 13. Вот здесь можно раскрутить ее, перевернуть блинами вниз. Либо здесь раскрутить полностью. Здесь какие-то стремяночки для крепления должны присутствовать. Да? Вот они, пластины. Можно вот так ее полностью перевернуть, их поставить вверх, так, чтобы здесь вообще ничего не мешало. И сделать из нее роторную косилку. От края до края вот этого блина 1,13 м. От центра где-то вот до сюда 40 сантиметров. Так что 40 сюда, 40 сюда, если вырезать вот такие блины, грубо говоря, тут захват будет 2 метра. Ну, это так, мысли вслух, это пока мысли вслух. Можно ее, я думаю, укоротить. То есть отрезать лишнюю часть, все это сместится, сделается поуже. Я уверен, что валы здесь вот такого диаметра, шестерни вот такого диаметра. Здесь все, мне кажется, очень серьезно. В общем, пока не разбирал, не знаю, что с нее сделать, куда ее применить. Возможно, снять вот эти угловые редуктора, поставить колеса, вот уже мост с заваренным дифом, плюс присутствует реверс, да? Ну, это так, опять мысли вслух, мужики, ничего серьезного. Возможно, я ее даже продам кому-то действительно на роторную косилку. Может, у кого. Мне нечего косить большими объемами. Поэтому кому надо. Не просто надо, нет. Мужики, если действительно кому-то надо, у кого-то там гектары сенокоса, мини-трактор, уже готовый механизм, пишите лично, либо звоните. По цене, я думаю, договоримся. Но просто жалко, если ее переплавят. А так, вот такая штука, ее новую просто не купишь. Как-то так, абсолютно живая, абсолютно живая, абсолютно все присутствует. Вот, как-то так. В общем, я думаю, вы думаете,
Телефон мой под, в описании, под видосом, в закрепленном комментарии. В общем, знаете, что делать. Всем пока. С вами был Санек. Еще увидимся.